Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня мы с вами рассмотрим убийцу iPhone 12, и называется он Google Pixel 5. Так что усаживайтесь поудобнее, друзья, подписывайтесь на канал, мы начинаем. Google выпустила новое поколение смартфонов Pixel, и называется он Google Pixel 5. Он получил 6-дюймовый OLED-экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей и частотой обновления изображения 90 Гц. В левом верхнем углу дисплея находится отверстие под селфи-камеру разрешением 8 мегапикселей. Аппарат имеет корпус и рамку из алюминия. На задней панели находится дотелескопический сенсор. Устройство было представлено в конце сентября, поэтому специалисты оценивают его как убийцу iPhone 12, анонс которого ожидается в середине октября. Google Pixel 5 оснащен чипом Snapdragon 765G с поддержкой 5G, имеет 8 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти формата UFS 2.1. На задней стороне гаджета расположилась двойная камера, состоящая из объективов разрешением 12,2 и 16 мегапикселей. Смартфон получил аккумулятор емкостью 4080 мАч и функцию Extreme Battery Saver, которая позволяет работать до 48 часов без подзарядки. Также на мероприятии компания показала улучшенную версию доступного устройства Pixel 4a, представленного в августе. Новая модель Pixel 4a 5G вышла с 6,2-дюймовым OLED-дисплеем, чипом Snapdragon 765G, 6 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти, двойной камерой разрешением 12,2 и 16 мегапикселей, а также аккумулятором емкостью 3885 мАч. Стоимость Google Pixel 5 составит $700. Модель появится в продаже с 29 октября. Дешевый Pixel 4a 5G оценили в $500. Смартфоны получат оперативную систему Android 11. Хотелось бы добавить еще одну интересную новость, друзья. И заключается она в том, что раскрыта стоимость всех новых iPhone. Самый доступный смартфон Apple линейки 2020 года обойдется в $649. Этой осенью Apple представит 4 смартфона: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. При этом базовые аппараты серии получат 64, 128 и 256 гигабайт встроенной памяти, тогда как топовые 12 Pro и Pro Max будут доступны с накопителями емкостью 128, 256 и 512 гигабайт. Самый доступный аппарат iPhone 12 Pro с накопителем 128 гигабайт обойдется в $999. Его топовую версию с 512 гигабайтами памяти оценят в $1299. Самый дорогой смартфон серии будет стоить $1399. Во столько оценена версия iPhone 12 Pro Max с памятью в 512 гигабайт. iPhone 12 и 12 Pro имеют дисплей аналогичного размера. При этом устройство, видимо, отличается по техническому оснащению. Такой вывод был сделан на основе информации о том, что стоимость версий смартфонов с накопителем 128 и 256 гигабайт отличается на $200. В конце сентября сетевые инсайдеры рассказали, в каких деталях будет отличаться топовый смартфон Apple от остальных девайсов серии iPhone 12. По их словам, iPhone 12 Pro Max будет иметь дисплей частотой обновления 120 Гц и лидар для камеры. Также они сказали, что стоимость флагманского устройства Apple составит $1199. На этом я буду заканчивать наш третий выпуск новой рубрики. И, конечно же, хочу вас попросить подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск, и обязательно поставить этому выпуску лайк. Друзья, спасибо вам большое. Я вижу, что вам очень нравится данная рубрика, и мне безумно приятно читать ваши комментарии с благодарностями. Это меня мотивирует не останавливаться и двигаться дальше. Поэтому не переключаемся. Советуйте этот канал друзьям, ведь у нас только позитивные и интересные новости. На этом я буду прощаться с вами, друзья. Еще раз спасибо большое за просмотр. Я желаю успехов вам и вашим близким. До новых встреч!